бери ему руку с поворотника. Сейчас включай. Две фары в зеркало видишь, а троллейбус вдалеке остался, да? Вот. Тогда делай действие. Никак мы с ним поравнялись и пытаешься уже перестроиться. Разворачиваться будет на регулированном перекрестке. Мамочка. Ну, можно и папочка. Но в сути дела не меняет. Ой, я на перекрестке, по-моему, не разворачиваюсь. Движение прямо. Вот это сразу будет не сдача. На асфальте смотри перед перекрестком. Либо знаки сверху, либо сбоку, либо на асфальте. Вот это, мне кажется, вообще на это некогда смотреть. Ну как это некогда смотреть? Ладно, спасибо. Реально надо много занятий, чтобы это все усвоить. Забываешь. Одного занятия достаточно. Задание помнишь? Да. Ну, выполняй. На регулируемом перекрестке, да? Да. Вот видишь вот эти стрелочки, о чем нам говорят на асфальте? Направление движения. Направление движения, да. Ну, все, значит, я тут не это. Я себе раньше перестроилась. Но это перекресток, правильно? Регулируемый. Ну да. С какого перепугу? Ну а почему нам же светофор стоит? Ну и что, пешеходный переход не может быть отдельно стоящий от перекрестка? А, так он все-таки отдельно стоит. Ну а ты что не видела, это всего два столбика, если на то пошло. А если четыре перекрестка? Да, если в ту сторону, влево либо вправо, круглый светофор еще есть, это перекресток. Видишь, скоростной режим нарушила, во-первых. Да. Да. Ну. Вот тебе перекресток. Я тебе подскажу, левый поворотник указываем, зеркало смотрим. Переступление останавливаемся. Меня, наверное, ненавидят. То, что ненавидят, это пофиг вообще должно быть. Видишь, перекресток у нас, как определить? Видишь, зеленый свет горит справа этим товарищам, видишь? И тем, кто выезжает, вон зеленый свет. А пешеходный светофор, это вот, где человечек только нарисован. Видишь? Но тут присутствует и пешеходный переход, и перекресток. Но дело в том, что сейчас, ладно, сейчас. Дело в том, что там только человечек горел. Да? Конечно. По поперечному движению. То есть, если здесь поперек движения, да, у них тоже круглый светофор. Посмотри направо, остановись. Видишь, круглый. Им красный сейчас горит. То есть, этот светофор регулирует движение, да, проезд движения. Нет, это я могла бы определить, потому что здесь много светофоров. А много светофоров это не означает, что это перекресток. Может, несколько пешеходных переходов стоит. Вы не обольщайтесь над этой. Так, значит, там был пешеходный. У вас так много знакомых. Короче, идем с светофором. А те, кто у вас занимается, сразу сдают? Ну, не всегда есть и уровень бог, и обычный инструктор. Просто вы сами же учитесь, я вам просто в этом помогаю. В левый ряд перестройся. Так, а где там скоростной режим нарушил? 40 где-то было. Отсюда посмотри сейчас на спидометр. Ну, сколько ты едешь? Больше 40. Больше 40. Там, вот я только говорю, я вам помогаю. Как я могу тебе заставить смотреть на знаки? Ты развернулась, перед тобой два знака с ограничением скорости было. Два знака. Где здесь регулируемое движение? Вот этот джип выйдет на какой светофор? На пешеходный. За регулируемым пешеходным переходом выбираем место для разворота. Задачу повтори. Зарегулировал пешеходным переходом. Найти место для разворота. Блин, все, я опоздала. Куда, на поезд? Стой! Стоп-линия. Да. Ну, потому что здесь можно было развернуть. Я там просто ранее приблизилась. Я слева светофор хорошо видно. Поворотник показывай, уходи налево. А я что, я... А я что, а я кто? Ты уже неправильно разворачиваешься. Почему неправильно? Ну, я по пешеходному переходу проехала. Ну, по регулированию.
Ну? Ну. А что, нельзя? Я думала, нет. А ты успею как? Я никак не думал, у меня трое детей. Все, жду. Так что смотри. Рано руль выкрутила, так нельзя делать. Ну, конечно, нельзя. Но раз выкрутила, уже назад не крутила. Блин, что-то нет. Слышишь, руль гудит? Отпусти его чуть-чуть, вот так вот, чтобы он гудеть перестал. Чего так неправильно? Потому что машина может поехать, да? Еще раз, руль почему так неправильно? Ну, то, что я вот его выкрутила преждевременно. Но если сзади какой-нибудь мажорный на хорошей мощной машине влетит в жопу, я так скажу, мы куда выйдем? На встречную полосу. Ой. Ой.